Здравствуйте, меня зовут Краймов Александр. Я работаю на проекте Pop-Up в данный момент. И хочу немножко рассказать о себе, кто я такой вообще, как я оказался на этой вакансии и каков мой опыт, стаж работы, мои навыки, мои знания. В продажах я работаю более 8 лет. Я начинал работать в МВидео, устроился продавцом-консультантом. Пошел просто, вот была вакансия, да, рядом с домом в магазине, я пошел, устроился, начал работать продавцом. Поработал год, прошел все азы становления продавца, навыки продаж, вступление в контакт, выяснение потребностей и все вот это прочее. Всю эту базовую вот основную начинку я получил именно работая в МВидео. Поработав год, я пошел работать в Евросеть. Это было примерно 2008 год, еще во времена Чичваркина, когда все было хорошо. Устраиваюсь, большое обучение, куча тренингов, куча материала, которые вкладывали нам в голову, что касается продаж, техники, юридические какие-то моменты, работа с программами, ведение отчетности. Там я получил огромный опыт, огромную базу знаний, после чего успешно работал 9 месяцев просто консультантом в салонах связи. Вот, и спустя какое-то время, да, то, что я работал, мне предложили взять салон под мою ответственность. Должность называлась директор салона, прям вот так в трудовой написано. Я принял салон, согласился с этой должностью, вот, и начал работать. Работал один, без выходных, в течение 3 месяцев, приходил каждый день на точку, занимался документацией, привоз товара, документооборот. Вот, все было прекрасно, потом Чичваркин продает свою фирму, начальство меняется, все идет в тартарары, я понимаю, что я не хочу работать с непрофессионалами и начинаю дальше двигаться по этому пути, по пути продаж. Устраиваюсь на должность промоутера, потому что уже знал, кто где работает, кто сколько получает, пошел в компанию Acer продавать ноутбуки. Поработал там примерно полгода, может быть, больше. Хорошо продавал, работал в разных магазинах. Все это давалось мне легко, платили хорошо, платили процент. Я, естественно, зарабатывал как мог. После чего нашел вакансию в компанию Samsung. Эта вакансия показалась мне более интересной, поскольку фирма более крупная, более серьезная, зарплата. Ну, то есть все преимущества я видел на этой вакансии, соответственно, я устроился. Начал продавать в магазинах телевизоры, продавец-консультантами, промоутером. Вот, спустя какое-то время, опять же, я поработал там полгода, может быть, чуть побольше. Нас собрали в офисе, выбрали лучших продавцов для нового проекта, для рекламы 3D-телевизора, первого, который вообще появился в мире. Вот, меня отобрали на эту должность. Дальше я работал в торговом центре. У нас был островок, аквариум в торговом центре «Метрополис», где я проводил презентацию вот этих вот новых телевизоров, самых крутых на тот момент в мире. Приезжали проверки с офиса Samsung, приезжала даже дочь главного корейца, который вот владеет этой фирмой. Все было прекрасно, премии, похвалы, хороший результат. Samsung я задержался надолго, примерно на 2 года, после чего нашел вакансию в компанию Apple. Ну, Apple это вообще, это вышка, это потолок, то есть круче компании, которая занимается электроникой, в принципе, нету. Устраиваюсь под Новый год, надо было продавать айпады. Прошел одно собеседование, второе, третье. Познакомился там с Женей, он вел у нас тренинги, собственно, он принимал меня на работу, обучил, дал большой бэкграунд, так скажем, знаний, багаж знаний. После чего я вышел, и за 3 недели я продал столько айпадов, сколько не продал ни один консультант вот, из всего того набора, что был на тот момент. Я заработал огромное количество денег, порядка там 80 тысяч, это еще по старому курсу, в те времена, это было просто что-то невероятное. А люди выходили из магазина просто, да, они уже собирались выйти, я их останавливал, говорил, подождите, пожалуйста, буквально вот 1 минуту, я вам просто немножко расскажу про эту технику. В итоге через 10 минут они уходили с покупкой, и это продолжалось каждый день. Я продавал всем, без исключения, продавал хорошо, грамотно, качественно, так, как мог. В итоге в Apple я сдержался на 2 года. Работал с огромным удовольствием. Куча тренингов, куча навыков. Вот это все просто вот
прокачался максимально как мог, получил огромный багаж знаний, после чего, к сожалению, проект закрыли в том агентстве, где я работал, и дальше я работал на аналогичной работе, на похожие промо-акции, продажи, компания Sony, как, например, да, фотоаппараты какие-то, компания Nokia. Работал, зарабатывал, какое-то время занимался SMM, социал-медиа-маркетинг, создавал группы ВКонтакте, раскручивал, изучал программирование, вики-программирование, продвижение сайтов, изучал дизайн, оформлял документы, был какой-то фриланс, то есть какие-то презентации подготовить, какой-то уникальный стиль компании, фирменные визиточки, фирменные там бланки договоров. В общем, в моей жизни основные моменты – это крупные фирмы, в которых я работал, это продажи, тренинги, огромные знания вкладывали в меня. В том числе в Евросети я получал опыт управления салоном, были тренинги по ведению бизнесу, что такое маржа, что такое, там, не знаю, EBITDA, какие-то такие вот именно бизнес-понятия, все это мне знакомо. То, что касается продаж, я это все прошел уже миллион тысяч раз, все эти моменты основные, они хорошо у меня сохранились в памяти, и до сих пор я применяю все эти навыки. Вот. Работал торговым представителем какое-то время, общение с людьми, работа с людьми, в принципе, это вот то, что я умею. То, что касается меня лично, как человека, увлекаюсь технологиями, чем-то новым, ну, живу, как все обычные люди, чем-то интересуюсь, где-то бываю, что-то делаю, есть какие-то увлечения. В данный момент записываю видео, поскольку не был сегодня, к сожалению, в офисе, не смог показать себя лично, но я надеюсь, этот небольшой видеоролик передаст в полной мере то, что я хочу донести, что продавать я могу, умею, и мне это нравится, я работаю с удовольствием, я готов работать и приносить результат. Я мог бы, конечно, еще много чего рассказать, но не хочу вдаваться в детали. Думаю, на этом все. Спасибо за внимание, всего доброго, 2 часа ночи, завтра на работу вставать рано. Все хорошо, работаем, все прекрасно продаем, освоились. Так что ждите продаж, завтра пятница, завтра будут большие продажи.